106 лет прошло с того момента, как ушел из жизни русский писатель, мыслитель и философ Лев Николаевич Толстой, а человечество на протяжении века находится наедине с оставленным им литературным и философским наследием. 20 ноября Казань отметила День памяти великого писателя. В честь даты в сквере Толстого состоялось торжественное возложение цветов. В столице Татарстана с его именем связано очень много мест. Например, юным курсантам хорошо известно, как когда-то гостеприимно открыла свои двери юному Льву Николаевичу Казанское Суворовское училище. Сюда приводил свою младшую сестру Марину. Здесь же он повстречал свою первую любовь, Зинаиду Молодцеву. Часто гулял там, замечательным парком, который сохранился по сей день. А в библиотеке училища сохранился паркет, который помнит шаги Толстого. Имя Льва Николаевича Толстого неразрывно связано с Казанью, и эта связь гораздо глубже, чем мы привыкли думать. В нашем городе прошли его студенческие годы. В сентябре 1844 года он был зачислен студентом на восточное отделение философского факультета Казанского университета. А теперь Институт филологии и межкультурной коммуникации с гордостью носит его имя. После торжественной части все желающие отправились в пешую экскурсию по толстовским местам Казани. Город гордится, что сыграл важную роль в формировании юного Льва Толстого в фигуру мирового масштаба. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.